Алматинцы пытаются узаконить угнанные автомобили. Полицейские крупнейшего города страны сегодня рассказали, как проходит акция по легализации иностранного транспорта. Каждый день сотрудники сталкиваются с нестандартными ситуациями. Например, автовладельцы хотят оформить так называемые конструкторы, да еще и с чужими госномерами. У нас ежедневно при сверке агрегатных данных транспортных средств выявляются около в среднем где-то 5-6 транспортных средств, которые или не соответствуют данные по техническим паспорту, техпаспорту, и есть где номера перебиты. То есть устанавливают, вырезают ВИН-коды с других транспортных средств и переставляются. Нередко встречаются автомобили, завезенные в Казахстан по частям. Их владельцы, как правило, ездят с номерами от старых машин и по поддельным документам. Такие машины на учет не ставят. Наиболее распространенная причина отказа в регистрации – отсутствие таможенного оформления. В Алматы заявки на легализацию подало свыше 10 тысяч человек. 1649 уже получили одобрение. В городе работают 4 спеццона. Посетители самого крупного жалуются. На каждом этапе приходится подолгу стоять в очередях. Правительство для граждан пояснили, в базе данных случаются стандартные сбои, но специалисты их быстро устраняют. Я утром 10 часов пришел, сейчас примерно 3 часа ждешь одного точка. На оператор нужен 3 часа, уже следующий что-то хочешь, уже там тоже минимум час. Сейчас людей много.